Привет всем, кто заглянул на мой канал, привет, мои дорогие подписчики, и сегодня видео по запросу. Видео посвящено продуктам, которые я имею из магазина «Созвездие красоты». Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Итак, первое, что я хотела бы вам показать, это вот такой ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица. Об этом приборе у меня есть отдельное видео, кому интересно, как работает этот прибор и какие препараты нужны для использования этого прибора, проходите по ссылочке. И там более подробно вы узнаете, как пользоваться этим прибором. Следующий прибор, который я имею, это такой импульсный массажер для торсонвализации. Я хочу сказать, что этот прибор я имею очень давно, он у меня уже, наверное, года 4. Пользуюсь я им очень редко, потому что этим прибором очень легко обезвожить кожу лица. Ну, по крайней мере, так мне сказал мой косметолог. Я им пользуюсь только на воспаленные участки кожи лица, не провожу каких-то отдельных процедур по всему лицу. На самом деле мне действительно кажется, что он сушит кожу, и его абсолютно не нужно использовать так, как здесь пишется, то есть он способствует очищению, оздоровлению кожи, улучшает кислородный обмен. Я не знаю, мне кажется, что после него действительно кожа становится суше, хотя для моей жирной кожи может быть это и лучше, но с возрастом моя кожа как раз таки очень легко переходит в стадию обезвоженности и при этом очень хорошо вырабатывает жир. И мне кажется, что вот такой прибор совершенно не нужен для уже возрастной кожи, и в принципе он у меня лежит все больше для лечения акне. Следующие два продукта, которые я имею, это вот такие вот два геля. Первый гель активный Ultra Clean Control для смешанной жирной и нормальной кожи. Этот гель используется для проведения ультразвуковой процедуры, то есть по этому гелю нужно вести скрабером и делать чистку лица. Хочу сказать, что этот гель мне абсолютно не понравился. Я очень жалею, что я купила такую огромную бутылку. Он со временем поменял, во-первых, структуру. Во-вторых, мне вообще в принципе не нравится на нем проводить ультразвуковую чистку лица. Мне больше нравится проводить чистку на каких-то водных текстурах. Поэтому мне он не понравился, и я бы его никому абсолютно не рекомендовала, потому что есть более дешевые продукты, более доступные продукты, на которых прекрасно работает ультразвуковой прибор и прекрасно очищает кожу. Чего не могу сказать про вот этот гель. Этот гель предназначен как раз таки для микромассажа ультразвуковым прибором. Это гель активный ультралифт для лица и области декольте для всех типов кожи с признаками увядания. Мне этот гель очень нравится, по нему очень хорошо делается массаж. Кожа действительно после него становится какой-то, скажем так, насыщенной. Мне кажется, что с помощью этого геля микромассаж проходит, лучше. И активные ингредиенты, которые есть в этом геле, а до этого геля я наношу еще гиалуроновую сыворотку под этот гель. И мне кажется, что проводником этот гель является очень хорошим для микротоков. Следующий продукт, который я имею из этого магазина, это вот такой вот увлажняющий крем-пилинг Агла 24. Хочу сказать, что пилинг в принципе очень даже неплохой. Я им пользовалась летний период времени, у него нежная консистенция, он такой вот голубой с белыми мелкими-мелкими гранулками. Мне очень понравился результат после применения этого пилинга. Состояние кожи в принципе неплохое, но единственное, что хочу сказать, что это, конечно же, не пилинг, а обыкновенный скраб. Скраб очень нежный, скраб очень деликатный, и я бы этот увлажняющий крем-пилинг не рекомендовала в зимний период времени, потому как я считаю, что в зимний период времени нужны более агрессивные средства, более такие, которые
действительно снимают верхний слой кожи, который действительно приводит к улучшению нашего эпидермиса. А вот этот вот крем-пилинг, он очень хорош в летнее время, потому что летнее время нельзя заниматься никакими активными действиями со своим лицом, и в летний период времени очень бережно нужно относиться к своему личику, дабы оно не принесло вам сюрпризов. Следующие продукты, которые у меня есть, это у меня был набор. От этого набора осталось вот таких вот два продукта: крем увлажняющий с коллагеном и моделирующая альгинатная лифтинг маска с бамбуком и коллагеном. Что хочу сказать по этому поводу? Это был набор вот в такой вот коробочке. В нем было две маски: крем увлажняющий с коллагеном, крем увлажняющий с гиалуроновой кислотой по 20 мл и 4 маленьких вот таких сыворотки с гиалуроновой кислотой. Набор в принципе очень неплохой, ценовая политика у этого набора тоже в принципе нормальная, если считать, что здесь 4 полноценных, в общем-то, продукта. Но сам крем, что один, что второй, никаких таких вот каких-то видимых результатов лично моему лицу не показал. То есть крем обычный, самый обычный увлажняющий крем. Сыворотка тоже в принципе неплоха. Я думаю, что можно совершенно спокойно купить такую сыворотку отдельно и использовать просто гиалуроновую кислоту под ваш крем, который вам подходит, который вам нравится. А вот что касается моделирующей альгинатной маски, лифтинг маски, хочу сказать, что на самом деле альгинатные маски — это супер вещь, это супер must have во все времена в косметологии. Но если у вас есть помощник, который нанесет вам эту альгинатную маску, тогда я вам очень бы рекомендовала приобрести себе или этот набор, или отдельные альгинатные маски. И, конечно же, заниматься увлажнением своей кожи, особенно вот сейчас начинается этот период, когда можно делать мезотерапию, можно делать химические пилинги, после чего нужно активно увлажнять свою кожу, тогда действительно эти все процедуры принесут какой-то видимый результат. А альгинатные маски нужно наносить на расслабленное лицо. Почему расслабленное? Потому что если у вас будет где-то напряжена мышца, то альгинатная маска ее так и схватит. И после снятия этой масочки у вас эта морщина так и останется. То есть вы должны полностью расслабиться, закрыть глазки, и кто-то вам должен нанести альгинатную маску на все лицо, включая область глаз. То есть полностью на все лицо. И глазки тоже закрываются этой альгинатной маской. Тогда она действительно работает. Вы почувствуете результат действительно после первого применения. Курсовые применения альгинатных масок — это просто с чем-то. Но, к сожалению, мне, например, некому нанести на мое лицо альгинатную маску, поэтому в моем случае эта маска оказалась совсем ни к чему. А так на самом деле действительно вещь классная, особенно если вы нанесете какую-то сывороточку до нанесения альгинатной маски. Сверху вы нанесете альгинатную маску, после вы увлажните каким-то хорошим кремом, каким-то концентратом. Вы действительно увидите результат, и вам результат действительно очень понравится. Следующий продукт, который я имею, это вот такая регулирующая сыворотка с экстрактом водорослей. Сыворотка выглядит вот так, там такие вот маленькие тубы, их здесь было 12 штук. Что хочу сказать, в принципе ничего я не заметила, ничего такого вау-эффекта я не увидела. Что она должна регулировать? Она должна регулировать работу сальных желез. Мне лично ничего она не регулирует, абсолютно никаких новых действий она не делает. Ну вот я ее как бы имею, периодически пользуюсь, но сказать, что это какой-то шикарный продукт, хороший продукт, я не могу. Есть в магазине такого же плана набора именно гиалуроновой кислоты в таких же малюточках. Есть такие же наборы лифтинг сыворотки. И, в общем-то, выбор на эти сыворотки как раз-таки очень большой в магазине «Созвездие красоты», но
не знаю, мне вообще никаких, вообще впечатлений никаких нет от вот этих сывороток. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такие диски пилинговые для лица. Хочу сказать, что, девчонки, вещь очень неплохая. Во-первых, эта вещь очень хороша для дороги. То есть в поездку вы можете совершенно спокойно взять с собой вот такие вот диски. Если вы едете в поездку, тем более у вас там какие-то будут мероприятия, вам обязательно нужно будет хорошо выглядеть. В упаковке два диска, очень даже хорошо справляется со своей обязанностью, очень неплохо очищает отмертвевшие клетки с вашего лица, даже немножечко затягивает поры. В принципе, очень хорошая штука, и я не думаю, что такие диски нужно брать для домашнего применения, но брать их с собой куда-то в дорогу очень даже, мне кажется, нужно и очень даже рекомендую. Далее уже будут маски, которые я имею. И первые, которые я хотела бы вам показать, это вот такие вот кислородные масочки, которые есть у меня. Это регулирующая кислородная маска для смешанной жирной кожи. И вторая — увлажняющая кислородная маска для всех типов кожи. Мне не понравились, девочки, эти маски. Они состоят, они двухфазные. Первая фаза — это гель. Вторая фаза вот такая вот есть. Там порошочек. Смешиваем гель с порошочком, наносим на лицо. Происходит реакция. Гель превращается в такую активную красивую пену. Ходим с этой пеной, она впитывается в лицо, в кожу лица, и мы ее смываем. Мне не понравилось чем. Вот вы можете как раз наблюдать, что я открыла одну маску, а это именно увлажняющая маска. Сделала эту маску, каждой такой маски хватает на два раза. Сделала эту маску, походила с ней 15 минут, смыла и, честно говоря, ужаснулась. Увлажняющая маска очень активно выделила мои морщины на лбу горизонтальные. Впечатление, что она не увлажнила, а наоборот забрала у меня всю влагу, которая у меня была. И, ну, в общем, мне вообще не понравилось. Регулирующую маску я тоже пробовала, но пробовала я ее до увлажняющей. Я брала две такие маски. И хочу сказать, что регулирующая маска мне вообще, я вообще не поняла, что она должна была сделать. Ну, в общем, вот эти маски кислородные мне совсем не понравились. Может быть, они просто не подошли лично мне, может быть, они кому-то подходят. Если у вас есть какое-то другое мнение, обязательно напишите мне в комментариях, мы эту тему обсудим. Может быть, я что-то делала, в общем-то, не так. Но мне эти масочки не понравились. Следующие маски, о которых я вам сейчас расскажу, это вот такие вот омолаживающая, тонизирующая маска с экстрактом гамомелиса, эластином и протеином шелка. Эта маска моя любовь. Я очень люблю эту масочку применять после ультразвуковой чистки лица. То есть я уже говорила, что ультразвуковой прибор полностью лицо мне, конечно же, не очищает. Оно, да, оно выравнивает тон лица, оно очень хорошо, в принципе, избавляет от черных точек на носу. Оно снимает лишний кожный покров, который уже действительно лишний, который мертвый, но глубоко не очищает. Поэтому после применения ультразвукового скрабера мне приходится еще производить механическую чистку лица, которую я благополучно исполняю своими пальцами. И, естественно, кожа краснеет, естественно, появляется покраснение, где-то воспаление. И после применения, после очистки лица я наношу вот эту маску. То есть моя процедура — это ультразвуковой скрабер, как скрабер. Потом чистка лица. Потом я делаю гиалуроновая кислота, наношу гель для микромассажа, делаю массаж. Не смывая этот гель, я наношу вот эту маску. И хочу сказать, что мое лицо сразу преображается. Абсолютно не видно, что я что-то недавно совсем производила какие-то манипуляции со своим лицом. И даже хочу сказать, что после вот этой маски можно совершенно спокойно выходить на улицу и идти по своим делам.
В дополнение к этой маске я купила еще вот такую масочку для кожи век. Тоже очень неплохая масочка, тоже мне очень понравилась. Я теперь их все время покупаю, и они у меня в холодильнике есть всегда. Мне они очень понравились. Следующая масочка, которую я вам хотела бы показать, это вот такая интенсивная увлажняющая маска с биоцеллюлозой. Мне тоже очень понравилось, действительно увлажняет кожу, действительно как-то вот она ее, наверное, восстанавливает. Сказать, что после применения, вот допустим, одной маски у меня сразу же лицо изменилось, и я из 37-летней превратилась в 25-летнюю, конечно же, нет. Но мне очень нравится эффект, особенно если эти масочки делать через день, через два дня, каким-то курсом в течение 10 дней или 15 дней. Я думаю, вам результат очень понравится. Действительно неплохие масочки. Но конкретно вот эта маска, я ее использую просто как маску, а конкретно вот эту маску только после ультразвуковой чистки или мезотерапии. Тоже сразу же убирает покраснение, воспаление и все видимые результаты каких-то действий с моим лицом. И последняя маска, которую я вам хочу показать, это мой must-have. Это омолаживающая, увлажняющая лифтинг-маска с экстрактом какао, ванили и гиалуроновой кислоты для лица. Эту маску, девочки, я вам не просто рекомендую, я вам ее настоятельно советую, потому что маска действительно супер must-have. Эта маска, если вам нужно куда-то пойти, выглядеть, естественно, на все 5 с плюсом, вы наносите эту масочку на лицо, лежите с ней 15-20 минут, далее вы наносите, здесь есть еще сыворотка, в нижней части этой упаковочки, наносите сыворотку и через 10-15 минут начинаете накладывать свой макияж. Девочки, вам очень понравится. Действительно выравнивает цвет лица. Действительно восстанавливает тургор кожи. Действительно увлажняет. Наполняет морщинки влагой. Кожа становится такого персикового цвета. Не знаю, какие еще оды ей спеть, но это просто супер маска. Обязательно попробуйте. Вам действительно она очень понравится. Она подходит для всех типов кожи. Единственное, что, наверное, она не подходит девочкам совсем молоденьким. То есть эта маска предназначена больше для девочек после 30. Ну вот это были все мои продукты, которые я имею из магазина «Созвездие красоты». Если мое видео оказалось вам полезным, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Если там есть еще какие-то новые продукты, которых я не знаю, обязательно давайте обсудим это в комментариях. Буду очень рада новым подписчикам и до новых встреч. Пока-пока.